вчера мы провели комиссию, скажем так, с управлениями, департаментами. В нее вошло как наше управление, так и управление торговли. Кроме того, там Киевская районная администрация присутствовала и департамент коммунальной собственности. По результатам проверки можем сказать следующее. Земельный участок, на котором находится данное нежилое помещение, принадлежит территориальной громаде города Одессы. Никаких разрешительных документов город на данное строительство не давал, данный объект не введен в эксплуатацию. Мы считаем, что там есть сомнительная регистрация. Основание регистрации – договор инвестирования. Но я бы хотел заметить, что данный договор инвестирования выдан на нежилое помещение первого этажа рядом стоящего комплекса. В связи с этим мы оформили акт, и данный акт отправили в правоохранительные органы, а именно в прокуратуру Одесской области и в полицию.